И получается, у нас приводится в порядок тепловой узел, то есть меняется... Приборы учета, ага. Тепловой узел обязательно. Готовить сани к зиме химкинские коммунальщики начали не с лета, а уже весной. Сотрудники управляющей компании «Жилищник» приступили к плановому ремонту системы отопления. Там, где необходимо, рабочие меняют запорную арматуру и манометры, а затем приступают к промывке трубопроводов, утеплению, покраске и опрессовке системы центрального отопления. Дома делаем по графику. То есть вот, ну, по графику первый дом, мы как только отключают отопление, сразу начинается подготовка к зиме. Потому что в сентябре дом готовить, это уже поздно. Дом сейчас опрессовывается, дом, опрессовка, и он стоит под давлением, скажем так. Все, дом к зиме готов. Все дома готовят к холодам последовательно. Работы планируют завершить до начала осени. Приемка домов осуществляется комиссионно. В нее входят сотрудники как управляющей компании, так и тепловой компании, которая осуществляет подачу тепла. И обязательно присутствует житель для подписания акта. Если все в порядке, то комиссия коллективно принимает дом к осенне-зимней эксплуатации. Всего в управлении «Жилищника» 622 многоквартирных дома. Это примерно 50% от всего жилого фонда в Химках.